запись. Наши идут. Это я около к своей скворечи номер один ездил на поле. И вот наши идут из храма. Я тут рядом со своим скворечником. Показать крест какой красный. Это идут Виталий Усинов слева и Володя разговаривает. А это Степа. Добрый. Я дежурный, тут ездил все. Бог миловал, все хорошо. И съездил на поле даже. Какая красота, да? Грозная. Это грозная, грозная туча и сверкает. Я оттуда еду сейчас. Они один самосвал пригнал, Ерема небольшой, поставил на велосипед и туда. На машине уехал, и машину там бросил. Теперь по полю на велосипеде, а там стоит большой у них, как, не знаю, КамАЗ. Два прицепа больших. Горох. И там второй раз, говорит, не хватило средств у него обработать. Там ржавчина. Ну, много погибло. Ну, говорит, никак больше нельзя. Ну, 20 центнеров с гектара берет примерно. Так он же горох собирает? Горох собирает. Я там по полям поездил. И... А что, какой? Я сажусь, у меня все мотается в руках. А дорога вот такая вот. А на поле там еще поле. Поле оно не для езды. Одной рукой-то я едва-едва проворачиваю. Значит, мне нужно сейчас срочно узнать, сколько дождь будет. И скорее проверить мордушки. Вообще в интернете показывают субботу, воскресенье дождя, в понедельник вообще ливень будет хороший. Ну и так идет он, его видно вон как. Я там снимал Корчинский элеватор, видно было, поле. Там твое поле было? Ну да, вот. Ну вот на этом поле горох. Они там убирают, я оттуда сейчас приехал. Там большое поле. У меня событие-то какое в прошлый раз. Гуси бегают за мной, у него голова сюда сунулась. И остановил меня, и главное остался живой. Вот что, все, вот наши сестры идут. Все. Ты знаешь, как тебя правильно звать-то надо бы? Если у тебя день рождения сегодня, так, нет? Да. Откуда надежду взяли, когда на 30 сентября? Ну, они на приставке. Ну-ка, подержи, Володя, подожди, я поближе подойду. На, снимай. Снимай, снимай. Все, попались. Положи велосипед. Попались, Надежда Васильевна. Да что, скажи, знаю, подожди, никто послушай, Виталий. Не знал. Твоя мать старобрядка была, вон глянь, какой утрок едет. Угу. Никто ничего не знал. Так, обожди. У тебя дяди два священника были? Да. Белокрынинской иерархии? У меня 7 поколений по маминой линии, 7 поколений священников. А как же у вас только Тася, Нина, Надежда? Надежды никакой нет сегодня. Ты Сусанна должна быть. Дорогая моя Сусанна, поздравляю. Поэтому по-грузински Шушаника. Вот Сюзанна, как говорят французы. Сюзанна. А какая Надежда? А Надежда у нас сколько в общине-то? Возьми. Сюзанна, ну красивое имя. Да. Попова Надежда, это муха Надежда, ты Надежда, это умерла Надежда вообще. Речкунова. Никакой фантазии Надежда. Нет, как называли-то? Аси верующий был. У Сережи жена Надежда. Ну вот еще, приехала как раз здесь. Скажи, а мать твоя Агриппина Евсеевна, она с детства верующая? Но если семья у них, священник был отец. Ну, священники, ну почему не звали не по календарю? А здесь кержаки, мы не знали даже к какому сословию этих беспоповцев относимся. И называли по календарю. Все по календарю. Старший брат Самуил, Иоаким, Игнатий. По материной линии три брата. Филарет, Макарий, Эммануил. Сейчас в школе ни одного имени такого нету. У отца Амос, Наум, Тихон, Стефан. Они по календарю, а наши жили на приисках далеко-далеко. Это разговор только. Ну как далеко, когда здесь ничего вообще не было, ни священника, ничего. Может, календарей не было. Да, и календарей тут вообще ничего не было. И календарей не было. Ну твой отец верующий был. Глубоко верующий. Они родились-то после войны. А все названы, у тебя по календарю не совпадает? Совпадает. Совпадает. Тебя должны были как назвать? Виталий, так и Виталий монах. И Сергея? А Сергей, он что-то говорил? Мефодий. Вот. А, о! Да, Мефодий. Мефодий. А кто назвал его Сергеем? А я не знаю. Вот это. Отец мне жаловался даже на это. Велико. Знаете, что будет что-то такое. Ага. Вот какой я тебе это хотел сказать, Сюзанна. Хоть маленько побудь с Сюзанной. С удовольствием. В кавычках хотя бы. Смотри. Смотри, скорее. 81 год. Будем прятаться от художников. Вот так. Неправильно вас называли. И главное... Кто даже не спрашивал, там три имени вот у меня было, Игнатий, Евтихий, кажется, Иннокентий. Христианский, дедушка Терентий крестил, все. Что-то серьезно идет. Конечно, видим, как будет как.
давай-ка покажи еще так, мелькай. Вот там. Давай-ка я посмотрю. О, гуси полетели. Вон, куда они полетели? Дай-ка этот возьму. А ты поснимай по небу. Страшен Господь. Величие. Величие. Страшен. Какая красота все-таки. Орлан, давай скорей, а то вон какая грузная точка идет. Сейчас тебя дождичком польет душем. А, понял, все, понял, ладно. Нельзя ему быстро ехать. Распускается содержимое в воде. Сразу на улице такая тишина, птичек не слыхать, не видать, все попрятались. Только некоторые летают, вон видно, что резвятся. То ли радуются, то ли убежище себе ищут. Вон сколько их стаями. Святой. И началось теплицу надо закрыть. А что она не закрыта? Нет, там дверь болтается. Вот сейчас. Еще эта дверь болтается. Так. Вести надо отсюда. Дома? Да. Покажи там гром молнии. Господи помилуй. Опасно находиться-то. Если меня дунет тут хорошенько, так слечу сразу. Все. Эй. Сергей Павлович забегал. А как было в Египте, когда Господь наводил 10 казней? Какой ужас творился. Это мелочи еще все. Да. Это на веранде положи, брат. Ой, ветер холодный, солнце. Господь продувать начинает.
деревья шевелятся. Гигантские. Сейчас его пора уходить. Дождик начался. Не ту сторону трогаешь. Отодвинуто. Не ту сторону трогаешь. Вот, у нас закон вот, такой. Вот я зашел сейчас, два окна открыты, свет горит. Да-да, я видел. Нам необходимо просто соблюдать те правила, какие у нас есть. Ну, тот, все. Тот край еще. Все, за стол. Садимся. Так, за стол. Так, я сейчас звоночек дам. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение за прошедший день. Ты дивно благословил нас этой неделе. И все сохранил в целости. Укроти неистовство врагов, которые желают нам повредить в деле спасения, в деле жизни. Будь к нам милостив, Владыка. Посети болящих Сергея, Александра, Валерия. И нас помилуй милости Твоей ради. Приготовь к исходу из этой жизни. Благослови Игоря трудящегося, Терентия и Еремию на поле. Сохрани их урожай. И Евгения там. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мне звонят сегодня с Латвии, а вот уже сколько дней, там где 10 дней больше, нигде нету Медведева. И какое дело нам до Медведева-то? У него своя жизнь. Поехал отдыхает, может в гостях где-то, а вот связано с каким-то банком, такую муть гонят. Какие банки, когда ни рубля нигде нету? Какое дело нам до Медведева? Нам зано молитесь за начальствующих, за царей. Все. Они делают не так, делают еще хуже. Мы ходим на свободе, нас не арестовывают, в тюрьмах не гнобят. А у Нади два священника, дядя, они деды его были, они погибли, расстреляны там. О, как сверкает. Святые. Сейчас я с ней разговаривал. Ну все, Володенька, давай собирай, что тут есть на ночь.